Территории для креатива должно быть больше. Художники и роллеры вышли городским властям с предложением превратить сквер у кинотеатра «Современник» в площадку для творчества. В день города здесь уже проходил фестиваль уличной культуры «Мой современник». Мероприятие пришлось горожанам по душе. На этом фестивале присутствуют обычно танцоры, ребята, которые рисуют на стенах, которым это не разрешают делать. Но здесь было бы очень круто. И уже здесь разрешают как бы рисовать ребятам на холстах на этих, и люди это видят. Хотелось бы продвигать, наверное, вот художников уличных. Плюс здесь очень огромное место, где можно ставить сцену и также продвигать возможного рода исполнителей музыкальных. По мнению активистов, этот сквер не должен пустовать в течение года. Здесь можно было бы предусмотреть площадку для уличных танцев и даже создать крытый роллер-парк. Городские власти к инициативе отнеслись с интересом, но потребуется время, чтобы рассмотреть возможность воплощения этого проекта. В настоящий момент все предложения, которые от ребят поступили, мы обобщим, мы их посмотрим, мы их проанализируем. Безусловно, потребуется посмотреть по софинансированию, финансированию данных предложений, данных проектов. Это мы с ребятами уже прямо непосредственно опять здесь посмотрим, какие они прохотели здесь предложить варианты по зонированию локаций, по зонированию территории, по их функциональному оснащению, все, что уже потом спланирует работы по возможному приведению этого проекта в жизнь. Так планируется рассмотреть вопрос о модернизации этой территории в рамках программы «Комфортная городская среда». Активисты мечтают, чтобы не только сквер, но и сам кинотеатр «Современник» в будущем перепрофилировали в Дом молодежи. Любовь Почерникова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.